Сильные ливни с грозами в Приморье. Во многих районах Владивостока затопило дороги, тротуары и остановки общественного транспорта. Десятки людей выкладывают в социальных сетях видеозаписи. На кадрах видно, что автомобили и общественный транспорт с трудом передвигаются по затопленным улицам. Из-за штормового предупреждения пока остановлено движение паромов. Тем временем ухудшение погоды сегодня ждут и в остальных районах Приморья. Ситуация изменится не раньше субботы.